друзья, коллеги, сегодня наш вечер посвящен творчеству выдающегося композитора 20-21 века Сергея Михайловича Слонимского. Сергей Михайлович Слонимский – автор произведений в самых разных жанрах. Автор 8 опер, 3 балетов, 34 симфоний. Можно сказать, что в 21 веке среди российских композиторов в таком масштабе, в симфоническом жанре никто не работал. Автор камерной музыки, музыки для театра и кино. Для любителей кино, напомню, шедевры Сергея Михайловича, саундтрек фильмом «Республика Шкит» и «Интервенция». Как раз очень такой редкий случай, когда Владимир Высоцкий пел не свою песню, а авторскую песню Сергея Михайловича Слонимского. Сергей Михайлович Слонимский, так сложилась моя судьба, что я стал его учеником. И, собственно говоря, я пришел в его класс, когда он преподавал в консерватории уже почти полвека. То есть, несмотря на то, что вся его жизнь была посвящена созданию музыки, вторая ее часть была посвящена воспитанию своих учеников. Он создатель своей композиторской школы. Чем отличается композиторская школа Слонимского? Мне кажется, в первую очередь он воспитывал каждого из своих студентов как самодостаточных, абсолютно не похожих друг на друга личностей. И при этом каждый из учеников Сергея Михайловича Слонимского всегда узнается. Я помню концерты, которые у нас проходили в разных частях света. Очень часто так было, что говорили: «А вы ученик Слонимского?» И для меня это было удивительным, потому что мне казалось, что я пишу абсолютно свою музыку. Но на самом деле творческий почерк Сергея Михайловича, он проявлялся в каждом из учеников, не только у меня и у моих коллег. У Сергея Михайловича было очень много ярких и емких цитат, но для меня, наверное, наиболее важной было то, что он часто повторял, что душа человека лучше всего раскрывается в музыке. Композитор сочиняет своей душой. Сергей Михайлович жил в аналоговую эпоху, как сегодня принято говорить. Он так и не освоил компьютер, пользовался простейшим телефоном. И его музыка – это вот продолжение той прекрасной эпохи, когда люди писали своим сердцем, своими эмоциями. И каждое из его произведений обладает какой-то своей оригинальной интонацией, очень честной интонацией, которая трогает вас до глубины души. Одно из моих любимых произведений Сергея Михайловича – это «Десятая симфония», которая называется «Круги ада» и написано по божественной комедии Данте. И мне запало в душу посвящение этой симфонии всем живущим и умирающим в России. И мне кажется, что сегодня это произведение и творческий посыл Сергея Михайловича очень и очень актуальны и отзывается в сердцах большинства россиян и петербуржцев. Я вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Хочу поприветствовать супругу Сергея Михайловича, Раису Николаевну Слонимскую. Она сегодня у нас в зале. Хочу ей пожелать тоже приятного вечера и самых лучших эмоций. Приглашаю исполнителя на сцену. Спасибо. Thank you.
Oh!
Thank you.
Oh!
самого Бога.